Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Forerunner 55. И сейчас я покажу вам, как отключить данные часы от iPhone. Итак, мы переходим в приложение Connect Garmin и нажимаем на наши часы. Далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и нажимаем «Удалить устройство». Нажимаем «Да». И таким образом отключаем наше устройство от телефона. Но еще что нам нужно сделать, это перейти в настройки, выбрать Bluetooth и отключить их уже, забыть устройство через настройки Bluetooth. Вот, и таким образом мы полностью отключили часы от нашего телефона. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.